Я Сергій Олександрович, 15 октября 1984 года рождения, уроженец города Марганца Дніпропетровской области, гражданин Украины. С мая 2014 года принимаю участие в боевых действиях на стороне сепаратистов. Под командованием лица с позывным «Сармат» у нас в отряде приблизительно 500-600 человек. Две недели назад с «Арматом» было принято решение о необходимости провести несколько резонансных взрывов в Днепропетровской области и в городе Киев. Для этого по заказу с «Армата» из пластида вылепили голову богатыря весом 20 кг, вовнутрь которой поместили детонаторы и шнуры. Пластид мы брали на базе боевиков в городе Донецк, которые входят в подразделение «Оплот». На этой базе хранится еще около 200 кг пластида, после чего взрывчатку отправили рейсовым автобусом в Днепропетровск. 10 октября 2014 года я приехал в Днепропетровск, забрал голову богатыря со взрывчаткой у одного из знакомых, поселился на съемной квартире по улице Титова. Всего я должен был совершить 3 взрыва. В Днепропетровской области я должен был совершить 2 взрыва. Один в военном городке в селе Черкасское, где дислоцируется 25-я бригада ВДВ. А второй я должен был сделать в Днепропетровске возле облгосадминистрации.